У нас тут новый посетитель в этой нежной клумбочке, где высеяны цветы матиолы и какие-то драцены беленькие, ароматные такие. Ой, не надо вырывать пока что, не ничего надо. Не потом, я потом. Не надо. Пускай, пускай, это все должно быть, пока они не окрепнут. Ну, вот этот червяк, я его в другом месте нашла. И у нас птичек нет ручных, никому он не нужен. Мы его запустили сюда, чтобы он здесь взрыхлил землю, потому что эти рассадки этих матиол и этих драцеников такие нежные, что невозможно как бы не полоть, ничего не вон куда забираться, пускай здесь разводит свое семейство. Где его там начало, где его конец. Ну, в общем, это его будет акватория. Ниоткуда, никуда отсюда он не должен уползти. Пускай работает. Кормить его не надо. Земля здесь то, что надо для него, влажная. Он убегает. Почему он в землю залазит? Не, убегает. Ему надо вот здесь вот сделать. Здесь нету ничего. Я туда его и присыпать, чтобы он будет двигаться, тогда будет двигаться внутри. Он сейчас будет через камни пиде. Он чувствует там, где влага. Я так ему же надо влага. Ну вот, он смотри. В дырочку заползает. Это вместо того, чтобы полоть розы, я сижу, червяка сторожу. Передаю камеру бездельнику Бориславу около червяка, чтобы пошла работница видеть. Червячный сериал. Так, ага. Нашел себе дыромаху. И сейчас там типа начинает двигаться туда. Ну тут такие камешки, которые не пройдешь. Вот. А он вот пошел потихоньку, нашел, как говорится, дырку, отверстие, дырку. Вот здоровенная червиха. Вот. Ну что ж, двигайся. Здесь земля, кстати, хорошая, такая кротовая, как вы знаете, кроты, которая такая пушистая земля. О, движется. Вот. Берггрилс уже б его съел. Живьем причем. Но мы такое не едим. Такое ты уже не... покушал, поэтому тебе не... А, я уже покушал, не голодный, поэтому я есть не буду. Постепенно, постепенно уходит. Не быстро. Подтянулся. Я так думаю, что там вначале носом своим прорывает, а потом тянет себя уже в свободное место. Вот, поэтому не так быстро, как думалось, что он исчез. Ну вот, видите, прямо на ваших глазах движется. Вот он движется. Уже тут осталось совсем немного, и он исчезнет из поля зрения. Ну и эта грядка будет его обителью, потому что уйти практически-то можно. Но внизу под этой землей, там есть и часть бетона. Вот, когда строим эту водопроводную... Да, сильно много чистили. Да. Ну и заключительный момент. Вот он полностью почти прячется в землю. Наш червячок. Там, я знаю, есть маленькие червячки, такие, знаете, ну, с полпальца. Я видел, когда землю бросал. А такого червячища, который... Он будет хозяином в этой делянке.
Там точно нет. Может, вот появился. Фрося его скушала, как ты не дал. Нет, все. Фрося такое есть не будет. Она будет есть, рыбку, и салями колбаску будет не кушать. Она салями. А салями то, даже не положила, ест. Так и лежит до сегодняшнего. Все, ну прощаемся с червячком. Пока, червячок. Будь здоров. Рой дальше.